стадион «Динамо». Улица Агмашины Плеханова, бывшая. Улица Царицы Тамары. Мост Челюскинцев. Площадь Героев. Улица Варазис-Хеви.
Ну вот, пошла трясучка. Улица эта с брусчаткой. Тут что постоянно пробка. Улица Меликишвили. Там сзади в Оке. Но я в другой день там буду. Как назло, солнце тоже исчезло, все серое. Филармония. Улица Кустава. Уставили. Вообще-то мне сегодня нужно возле дома правительства выйти, но я до конца пройду эту улицу.
желтое здание оперы. Метро Площадь Свободы. Площадь Свободы. Руставели снова. Дворец пионеров. Ремонтируют его там. Кинотеатр Руставели. Дом правительства. Палатки сторонников партии ЕНД. По-моему, им в день 50 лари платят за то, что они торчат здесь. Церковь на Швете.
Первая школа. Ну все, здесь я закончу снимать. Мне еще фотографии надо сделать. Места уже вообще не хватает. Судя по всему, сегодня гроза будет. А я на улице Гулия, со стороны автовокзала. После дождя такая погода. Мост мира.